Главный герой – бывший полицейский Иван. Встречает в зале суда своего заклятого врага, 6 лет назад убившего его напарника, а затем отправившего его самого за решетку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве. Но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведенные в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри. Но встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку с дьяволом. Чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них заказ.